было. Сил не было погонять. Использовала ее как подушку. Попала в груминг. Слава Богу, что хоть в этот раз меня не порезали, как несколько месяцев назад. Смотрите, медики, скажем и вам. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Эдгарка Стрел и его дружная семейка. В первую очередь, это я, Луна, Луняша, Лунастик и так далее. И моя бабуля с дедулей. В прошлом видео первой части моей поездки в Калифорнию я рассказала, как было хорошо у бабушки и дедушки. В гостях шашлыки, танцульки, пляж с морскими ваннами, прогулки под луной и игрушки. В этой части я расскажу о плохих последствиях от того хорошего. Вы спросите, как это так? От хорошего-то плохое. А я вам вот что скажу из личного опыта. По-настоящему хорошо бывает только то, что хорошо кончается. У меня же этого не случилось. Кто бы мог знать, что небольшие, приятные морские ванны обернутся большой неприятностью. Произошло у меня несварение желудка от соленой воды. Хотя слово «несварение» – это слишком легкая форма для состояния сильного поноса. Однако, с другой стороны, к вашему сведению, понос – это лучшее средство от запора. Хотя о чем это я? Отвлеклась. Хочу выглядеть в ваших глазах оптимистом. Оптимист даже в очень плохих ситуациях всегда что-то хорошее найдет. Это типа того, что я вам только что сказала. Ну ладно, короче говоря, по делу. Соленая вода – это яд для собак. А вот про котов не знаю. Вы это сами проверьте. Я вот пару раз глотнула с удовольствием. И весь день без удовольствия провела. Настроение упало, усталость поднялась. Даже бутылочка пластика из-под колы не порадовала. Сил не было погонять. Использовала ее как подушку. И всех, так сказать, напугала своим суперспокойным видом. А на следующий день, еле оклемавшись, попала в груминг. Слава Богу, что хоть в этот раз меня не порезали, как несколько месяцев назад. Смотрите видео об этом, кому интересно, как собак истязают в салонах красоты. Но в этот раз, как ни странно, грумер, а вернее грумерша, обходительная попалась. За хвост не таскала и уши не выкручивала. В общем и целом без жертв обошлось. Вот сейчас делает из меня принцессу. Нет, не принцессу. Королевичну. Или королевну. В общем, какая разница? Ну, вы поняли. Красота, друзья, страшная сила. Особенно, если эта красота страшная. И как хорошо, мои други, что хасок не стригут. Их просто вычесывают. Нет, постричь, конечно, можно любого. Но не любому это хорошо. У хаски быстро растут волосы. И они с подшерстком. А это значит, если вы отважитесь постричь хаски, то получите потом льва. У нашей породы волосы растут не по дням, а по часам. И стрижка вызывает лишь удлинение и усиление роста волос. Имейте это в виду.
конце наших приключений, конечно, были проводы. Провожали нас всей семьей и счастливого пути желали. И как полагается, обнимашки, фотки и напутственные слова в придачу. Однако далеко мы не уехали. Эдгар мой свой лаптап позабыл, и пришлось вернуться. Так что, отмотав назад обнимашки и облизушки, скажем и вам, дорогие друзья, до новых встреч! Подписывайтесь на канал, все самое лучшее впереди! И не забудьте про лайки!